Всем привет! Если твоя кожа жирная, склонна к высыпаниям, тогда это видео для тебя. Девочки, если у вас жирная кожа, склонная к высыпаниям и прыщам, тогда эта масочка для вас. У меня, например, жирная кожа. Вот, как вы видите, у меня тоже вот вскочил прыщик с очень расширенными порами. Вот, так как мы сейчас очень часто носим маски и на работе, и в транспорте, и в магазинах, в общем, везде. Вот, и высыпания, к сожалению, на нашем лице неизбежны. И поправлять это все дело мы будем с помощью масочки, вот, дрожжевой масочки. Маска хорошо тонизирует лицо, подтягивает лицо, насыщает ее всякими витаминами, а также устраняет высыпания и прыщи, а также очищает поры, что очень немаловажно. Вот, сейчас мы с вами отправимся готовить такую масочку. Итак, мы плавно переместились на кухню, и для приготовления нашей масочки нам понадобится емкость, где мы будем, собственно говоря, делать масочку, кипяченая водичка, дрожжи и кисточка. Итак, высыпаем наши дрожди в мисочку. Я делаю на глаз. Так, и добавляю водички. У меня сухие дрожди. Если у вас есть обычные живые, это вообще супер. И перемешиваем. Вот. Масса должна быть консистенции сметаны. Итак, вот такая вот консистенция у меня получилась, как жиденькая сметанка. Вот. Но не забудьте, перед тем, как наносить маску, обязательно проверьте на локтевом сгибе или на запястье на аллергию. Итак, та-дам! Я уже переоделась. У меня вот такая вот пижамка. Классная. Я уже умылась, очистила лицо. Вот, и сейчас мы будем наносить с вами масочку. Такая вот реденькая она у меня получилась. Вот, хотя хочу заметить, что, как по мне, так лучше дрожжи живые, то есть в пачке, а не рассыпные. Вот. Они легче разводятся. Так, ну что, будем наносить нашу масочку. Кстати, забыла сказать, что держать ее нужно 15 минут. Какой запах. Вот у меня аллергии на дрожжи нет. Поэтому я не проверяю. Вот. И наносим на все участки. Вот. На лоб. На носик обязательно. Вот так вот. После нее кожа будет мягкая, нежная, бархатистая. Вот. Обожаю домашние масочки. Натуральные. Так. И пожалуй, все. Итак, все, масочку я нанесла. Ждем 15 минут. А в это время можно попить чаек, посмотреть свой любимый сериал. Итак, девочки, я уже вернулась с ванны, смыла
свою масочку. Кожа просто обалденная после нее. Мягкая, шелковистая. Приятно прикасаться, посмотрите. Вот. И хочу продолжить уход свой вечерний. Вот такой вот сывороткой от Ивраше. Лифтинг эффект. Кстати, напишите мне в комментариях, пробовали ли вы такую сыворотку. И если да, как она вам понравилась, либо же нет. Вот, наношу немножечко на ладошку. Растираю в ладошках. И вот так вот наношу на кожу. Мне она очень нравится. Она вот кожу вот прям подтягивает. Аромат у нее просто бесподобный. Тоже мне очень нравится. Нежный такой вот. Не взрывной. Не вырви нос, как говорится. Вот. Очень приятный. Все. На этом мой вечерний уход закончен. Вот. Если вам понравилось такое видео и вы хотите продолжение, дайте мне знать в комментариях и поддержите меня пальчиками вверх. А я с вами буду прощаться ненадолго, всего лишь на пару дней. С вами была Наталья. До новых встреч. Всем пока-пока.